Инфляция в Турции в апреле выросла минимум до 69,8% в годовом исчислении. Инфляция в Турции по итогам апреля составила 3,18% и достигла 69,8% в годовом исчислении в сравнении с 68,5% месяцем ранее. Об этом сообщил Национальный институт статистики. В то же время группа независимых экономистов ЭНАК оценила уровень инфляции в республике в апреле в 124,35% в годовом исчислении. В марте, согласно ее данным, годовая инфляция в Турции составляла 124,63%. Экономисты прогнозировали рост инфляции в Турции в апреле в 3,22%, отмечает газета деловых кругов «Экономим». Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек ранее сообщал, что местные власти ожидают быстрое снижение инфляции с июня. К концу года турецкий Центробанк прогнозирует ее на уровне 36%. В то же время участники апрельского опроса регулятора сообщили, что ожидают к концу года инфляцию 44,1%.